亲人啊，听我唱支黄河哟。私の肝臓さんよ、さよならだ。人臓さん、水臓さんともお別れだ。تقرأ لي أشعارها أصغير للجرس النائم. Немирот на светот ќе биде со нас, со дланките, ќе го помрачиме сонцето. Хадирај на ханабира ни цусмарете, немуттеиру ватакши но акебоно. In a notch between near hills, stubbled with black paroxysm, we spot a familiar sun, liquid glass. 收好了背包，要走吗？夜已变苍。他碰巧认识杨树、柳树，不认识梧桐树。他碰巧三次见到前方。Дать моему чайниченью вспомнились дороги, где дружки отчаянные. Кто на великой не был в стене, тот нехороший ханец. Я и теперь... У этого мероприятия подобное название. Break out. По-китайски тувей. 快来，装点这朴素的桌子，用鲜红的番茄，用茴香和卷曲的西芹，用蒜，用芳香的花椒和洋葱。Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие любители поэзии. 亲爱的同仁们、朋友们、亲爱的诗歌爱好者们，你们好。Сегодня вечером у нас будет интересное мероприятие. 今晚我们将会有一个非常有意思的活动。У этого мероприятия подобное название. Break out. По-китайски «тувей», если по-русски, может быть «выход из окружения» и не просто «прорыв». 今晚的活动有这样几个名字。英文是 «break out», 中文是突围。如果用俄语翻译的话，可以叫做冲出困境。Это мероприятие является частью Конкордского международного поэтического фестиваля. 今晚的活动属于香港国际诗歌之夜的其中一个部分。Мне кажется, нам надо прежде всего благодарить организаторов этого мероприятия. 首先，我想向这次活动的组织者表达感谢。Благодарим организаторов Font Poetry Festival. По-русски это Font Конкордского международного поэтического фестиваля. 也要向香港诗歌节基金会表示感谢。Сейчас разрешите мне познакомить вас с действующими лицами сегодня вечером.
现在请允许我向大家介绍今晚参加我们活动的几位嘉宾。Наш главный герой – известный русский поэт Максим Аменин. 首先是我们今天这次活动最重要的嘉宾俄罗斯诗人马克西姆·阿梅林。Он не только поэт, но и переводчик, но и эссеист, но и редактор. Он сейчас работает как главный редактор московского издательства ОКИ. 阿梅林不仅是一位诗人，而且是一位翻译家、随笔作家、研究者和编辑。他现在是俄罗斯人文联合出版社的总编辑。У него сейчас идет очень замечательный проект «Современная литература народов России». 他现在正在筹备一项非常重要的项目——当代俄罗斯各族人民诗选的一个诗集。Он получает много премий, премия поэтических, например, премия поэт,премия Бунинская и премия Александра Солженицына и другие. 阿梅林还获得了许多诗歌方面的奖项，例如诗人奖、伊万布宁奖、亚历山大·索尔仁尼琴奖等等。Сегодня наша героиня нашего мероприятия это профессор Шуман Лин из Сычуанского университета иностранных языков. 今晚参加我们活动的还有一位女性嘉宾徐曼琳，她是四川外国语大学教授。Она занимается русской литературой, особенно русской поэзией серебряного века. 她从事文学方面的研究，尤其是诗歌方面。俄罗斯白银诗歌方面的研究。Она написала замечательную книгу о творчестве Ахматовой и Цветаевой. 她创作了关于斯维塔耶娃和阿赫玛托娃的著作。Сейчас я хотел бы еще познакомить вас с нашей переводчиком. Ее зовут Ян Чжихан.Она преподавательница Сычуанского университета иностранных языков и в то же время докторантка Станичного педагогического университета. Она занимается русской литературной тоже. Сейчас она переводит переписку Пастернака с Свидаевой. Чжихан, 不好意思翻译，我来翻译啊。我们今天呢还要介绍一位幕后英雄，然后呢就是我们今天晚上的翻译杨芝涵女士，她呢是四川大学俄语学院的老师，现在呢在首都师范大学呢读博士，她也是研究俄语诗歌的，现在正在翻译帕斯捷纳克和茨维塔耶娃的通信集。Баснене я, меня зовут Лю Вэнфэй.Профессора Станичного педагогического университета. 最后我想向大家介绍一下我自己，我是刘文飞，首都师范大学教授。Занимаюсь русской литературой. 从事俄国文学研究。Все, вот это четыре. Вот мы сегодня вечером вместе работаем.这就是今天晚上我们参加本次活动的四位嘉宾。Ну и так, давайте начнем нашу беседу. 那我们就开始我们今晚的这个交谈。И так, давайте начнем нашу беседу сегодня вечером. Сначала приглашаем русского поэта Максима Аменина, чтобы он намразговаривает о себе и ни о чем-нибудь. 那么我们现在开始今晚的交谈，
现在有请马克西姆·阿梅林说一说自己，或者说一点别的什么。Пожалуйста, Максим. Спасибо. Начать. 我甚至不知道该从何说起。Так получилось, что я с детства заболел стихами, потому что любовь к стихам мне привил мой отец. 我从小就对诗歌非常感兴趣，因为我的父亲从小就给我读诗歌。И с тех пор поэзия сопровождает мою жизнь и является, в общем-то, основной. 从此之后呢，诗歌就成了我生命当中一个不可分割的部分。И включая в том числе мою издательскую деятельность, которая довольно значительную часть времени и сил моих занимает. Но тем не менее, она тоже является во многом частью поэзии. 那么诗歌呢，也让我的生活打开了一面一个新的世界，然后我生活当中的很大一部分都是围绕诗歌来进行的。Я родился в небольшом городе по российским меркам, а по китайским, наверное, совсем маленьком, где сейчас живет где-то около 450-480 тысяч людей. И этот город Курск, который находится южнее Москвы на 550 километров. 我出生在一个非常小的城市，对于中国来说，那甚至是一个非常非常小的一个小县城，大概人口是445万左右，然后在离莫斯科南部的一个部分，南方的一个城市。И у этого города очень интересная история. Ему, так сказать, официально будет через 10 лет 1000 лет. Хотя он существовал и до этого.这个城市是一个非常具有历史的城市，它的时间也非常的久，可能有近千年的历史了。И у него любопытная история. Он в разные годы входил в разные государственные образования в течение этой тысячи лет. Частью хазарского каганата, частью Киевской Руси. А это в нее входит, помимо всего прочего, помимо языковых вещей, в эту южную ментальность. Это у нас очень на юге гостеприимные люди и дружелюбные, в отличие от северных, мне кажется, северно-русских. 我们南方人的性格呢是和北方人不太一样的，因为我们南方人是非常热情好客，并且非常喜爱交流的，和南方人是截然不同的一种性格。Да, хорошо. Да, хорошо, Максим. Вот, конечно, родина важна любому, особенно поэту. А вы родились и
в городе Курск, это ближе к Москве, но далеко от Пекина. Но я слышал... Да, пожалуйста, пожалуйста, переводи. Максим, вы родились в этом городе Курск, от Москвы очень далеко, но от Москвы очень далеко, но от нас очень близко. Но я слышал в свое время, что вы русский поэт, но с китайской душой. Откуда вот такое личное объединение? 我听说您是一个拥有中国之心的人，虽然您是一个俄罗斯人，但是您是怎么做到在您体内会有这样一种文化的结合的呢？ Да, это есть такой, в общем, довольно, как выяснилось, это не уникальный случай, вот мой. Оказывается, встретил еще одного такого человека. А речь о том, что моя бабушка была наполовину манчжуркой и бывала в Китае еще, как я понимаю, до революции, и в Харбине уж точно она была, и еще как она называла, которую я не запомнил. 我的外祖母其实她是有蒙古血统的，然后在俄国大革命之前，她曾经到过哈尔滨以及中国的其他几个城市，但是具体是哪几个城市，我记得不太清楚了。Вот, она говорила на дарынском, насколько я знаю. Вот. Потому что она у меня в детстве фразы разные как бы предлагала для Ирине, и счет китайский, вот, я до сих пор помню. 他甚至会说一些中文，因为我从小就听他跟我说一些中国话，然后教我数一些中国的数字，为了教我更多的一些知识，他会跟我重复这样一些数字。Вот, и более того, ну, видимо, вот, зов крови, да, какой-то, он, наверное, есть. И вообще я в детстве увлекался вас, меня очень это все интересовало. Я прочел довольно много, и у меня книги эти все сохранились, и у нас очень хорошо переводили китайскую поэзию, ну, насколько это вообще возможно, да, классическую. Очень много прочел разнообразных антологий, а особенно я еще полюбил Пу Сунлина, это, я считаю, на свете. 我对中国的文化非常的感兴趣，因为我在这里读了很多关于中国的书籍，读了非常非常的多书籍，包括诗歌，包括一些文集，其中我最喜欢的一个中国作家就是蒲松龄。 Ну и поэтому, Максим, вы нашли себе жену полукитаянку и много раз бывали в Китае. 我听说您的夫人可以算是半个中国人。 Да, ну, жена тоже дальневосточница, как у нас говорят, вот. И она тоже, она, кстати, готовит плохо китайскую кухню и варит рис так, что может соперничать с любой китаянкой. Она это очень здорово делает. 我的夫人呢做了一手很好的中国菜，甚至她煮饭也煮得非常好，就和中国人煮的是一样的，一样的好。嗯，хорошо. Максим, кажется, сейчас нам надо послушать вот ваши стихотворения.
мы приглашаем вот поэта Максима Менина. Пусть он читает свои стихотворения. И мы приглашаем профессора Шу Манлин читать ее перевод стихотворения о Менина. Не, можно? Конечно. Да, насколько я помню, ну, Максим Амелин когда-то называется вот «Гурский соловей». Не правда ли? Это мужский соловей. Да. Джохан, это в шутку. Прошу, берите. Нет, 我听说，阿梅林在俄罗斯有一个美称叫做库尔斯克夜莺，我不知道这是否是真的。Ну хорошо, спасибо. Хорошо, сейчас мы приглашаем Аменина сначала читать свое стихотворение. И оригинальные, а потом профессор Шу Манлин читает свой перевод. Хорошо, сейчас. Циклопов язык из одних согласных, шипящих нёбных губных гортанных, меж древле звука прекрасных ему не затеряться, на них восславить лепо с потока, волос любимой ночную ткань, пропеть про грустное одиноко, земли и неба звенея брань, и чаши с горьким питьем, а этим, как око единым на голом сродни изрыгать проклятия столетиям и всей вселенной труби судьбу. Нет ему в наречиях дольних безгласному. Люди на нем молчат. Заткнись и ты, мой болтливый дольник, язык циклопов суров и свят.基克洛普斯的语言只有辅音，西音、斯音、恶音、纯音、喉音，在古老而响亮的美妙声音中，它不会消失殆尽。用它们去颂扬隽美溪流的闪闪银光，歌唱爱人的发丝乌黑如锦。吟唱的声音孤独而忧伤，天空与大地征战骤起。再把苦涩的酒一饮而尽，这声音就像裸露的额头上唯一的眼睛，向所有时代喷出诅咒的话语，如小号向宇宙吹响命运之曲。任何下界的土语都不能与之相比，这无声的语言，人们也因之沉默不语。你也闭嘴吧，我喋喋不休的意义扬格。基克洛普斯的语言神圣而严厉。Кто небогатый украсить помидорами алыми, трушкой кучерявой и укропом, чесноком, перцем душистым и луком, ломтями в пупырышках и дольками арбузными, пусть масло, янтарь с соком вас вещи ослепить, черного нарезать по белой соли, не скупясь, пусть ведь целую. Виноградного полная бутыль не помешает, коль приятно утолять голод и жажду со вкусом. Наступающей осени на милость не сдадимся, ни за что.
всесотворившему Богу, озорные любовь угрюмых ненавистников.用点这朴素的桌子，用鲜红的番茄，用茴香和卷曲的西芹，用蒜，用芳香的花椒和洋葱，用长着小毛刺的黄瓜和一块块西瓜，让黄油如琥珀般的太阳在眼前闪现耀眼的光芒。是时候了，切几块黑色的面包，再撒满白色的盐。 千万别吝啬，请拿出整整一瓶满瓶的葡萄酒，也不会碍事儿，多么愉快！如果能消饥解渴，又能咀嚼品味，那将至的秋天，无论如何，我们绝不向你祈求，绝不祈求你的恩典。创造万物的上帝啊，淘气的情人。 Хорошее стихотворение и хороший перевод. Поздравляю. И когда... Спасибо. 非常好的诗歌，也是非常好的译文，非常感谢。 Когда Амелия в Китае читает свое стихотворение, всегда китайские поэты завидуют. 每当您的诗歌在中国被读起的时候，都会引起嫉妒。为什么呢？ Потому что Амелия всегда читает все стихотворения наизусть. 因为阿梅林所有的诗歌都是读出声的。 И без бумажки в руках, в руке. 而且不需要，都是脱稿来朗诵的。 И всегда с интонацией, как соловей, как соловей. 而且像夜莺一样，是有音调的起伏的。 У него в стихотворениях там есть какая-то народная певчинность. 在阿美林的诗歌当中呢，总是会和那个俄罗斯的像民歌一样被朗诵出来。 И поэтому он не читает стихотворение, а поет. 因此呢，阿美林不是在朗诵诗歌，而是在歌唱诗歌。 Может быть, потом мы еще, будем еще раз приглашать вас, двух, читать нам еще другие 2-3 стихотворения. А сейчас давайте мы будем несколько слов о вашем творчестве. 之后呢，我们可能会再邀请二位朗诵两到三首诗歌，但是现在呢，我们想先谈一谈创作。как мне известно, что Максим Аменин уже получал много премий, только что мы уже сказали. 据我们所知呢，阿梅林已经在诗歌方面获得了许多奖项。 正如我们刚才在介绍的当中已经提到的那样，Особенно он получил премию поэт. 特别是获得了诗人奖。Премия поэт в России вручается обычно только старым людям. 在俄罗斯呢，这个诗人奖通常是授予年纪较长的诗人。 Как какое-то окончательное пожизненное признание. 作为一个终身的一个名誉，授予这个奖项。когда Аминин получил, ему только 35 лет. 当阿梅林获得这个奖项的时候呢，仅仅35岁的年纪。Максим,
почему именно вам вручали подобную престижную поэтическую премию? 为什么这个奖项是天天授予您呢？47，37岁的时候获得的，不是35岁。 Но все равно молодой. Но依然还是在很年轻的时候获得的。Да, предыдущему лауреату, который был достоин до меня, было 94 года. Это был Наум Кан. Вот. Поэтому я был в два раза моложе. 在我之前的获奖者获得的这个奖项是在他97岁的时候获得的这个奖项的，比我年纪大了非常多。这个是一个扎文。Карджавин. Это премия очень почетная. Она вручается в русскую поэзию. И, конечно, ее в основном вручали уже, ну, так сказать, сильно молодым людям, поскольку ну, как вклад в поэзию, он все-таки рассматривается. 这个奖项呢，主要是授予那些在诗歌方面做出了杰出贡献的人。И то, что ее вручили мне, ну, я думаю, все-таки был аванс. 在我获得这个奖的时候呢。和之前的这个获奖的诗人之间有很大的一个距离，有一个空缺。Потому как я еще все-таки продолжаю работать, и кто знает, что еще может написаться. 在我获得了这个奖之后呢，我也在思考，我是做了一些什么，因此而获得奖。我也一直在思考，我也一直在努力的创作。Конечно, для меня эта премия очень почетная, и, может быть, это же самая почетная премия, поскольку ее вручает профессиональное жюри, состоящее из критиков и самих поэтов, как раз тех предыдущих лауреатов. 对我而言呢，这是一个非常非常有荣幸的一个奖项，对我来说应该是最最光荣的一个奖项，因为这个奖项的评委是由非常专业的人士组成的，其中包括一些评论家、批评家，还有之前获得这个奖项的诗人。Максим, теперь о другой премии, которую вы получили. Это премия Александра Солженицына. 我们想再谈一谈您获得的另外一个奖，也就是索尔仁尼琴奖。Мне сказали, что вот это очень богатая премия, да? И Александр Исаевич и его жена, они оба решили, кто будет лауреатом. Это правда ли? 这个奖项呢是。这个奖项呢是一个非常厚重的奖项。这个奖项呢将由评委和索尔仁尼琴的妻子共同来决策。请问这个是真的吗？对，это так. И более, Солженицын как бы до сих пор и посмертно является членом премии без всякой рамки. Это вот они так сделали.
Любой лауреат даже сейчас фактически получает премию от имени Солженицына. De确如此。至今为止呢，这个索尔仁尼琴依然是这个评委会的一名成员。在他去世之后，这个奖项依然是以他的名义颁发的。Вы встретились с Александром Исаевичем при его жизни? 请问您见过在世的时候见过他本人吗？见过索尔仁尼琴本人吗？ Буквально мельком видел. То есть я был знаком, но я точно знаю, что он читал мою книгу «Конь Гарго». 我知道他读过我的诗集《戈尔涅斯之马》这本诗集。И эта премия такая закрытая, она вручается, да, она существует на средства от продаж книги «Архипелаг ГУЛАГ» в мире и в России. 这个奖项的奖金出自于发售《古拉格群岛》一书的这个出版的这个收入。И у нее нет, как бы сказать, такого только литературоцентричного направления. То есть ее получали у нас и философы известные, и кинорежиссеры, и переводчики. То есть она не сосредоточена на литературе. А уж поэтов, ее получивших, по-моему, четверо всего поэтов за все время существования. 这个奖项呢，它的价值非常的高，因为它不仅以文学为中心，它还颁予导演、翻译等等一系列其他领域的杰出贡献的一些人，所以这个奖项并不是只聚焦于文学，它还涉及其他的一些领域。Она тоже эта премия вручается за определенное развитие литературы языка. Да, тоже я считаю, что дана мне авансом. 这个奖项呢，它授予的是那些在文学语言当中做出了杰出贡献的人。我认为这个奖项颁发给我是一个预知的一个奖项。Хорошо, всегда аванс. 对的，总是对您太谦虚了，总是说是预知给您的奖项。Хорошо, сейчас, Максим, мы будем с чине и традиции, отражение вашего творчества с традицией, вот подобные вопросы. Вот касается с чине вашего творчества, я слышал, что есть некоторые критики, они так объединяли вот ваши поэтического творчества. 关于您的作品的风格和创作特点呢，我听说就是很多作家认为您的这个作品当中是结合了不同的风格和特点的。Они сказали, что вы с одной стороны новатор, это даже постмодернист, очень современный.А с другой стороны, у тебя классицизм. Там есть какая-то стиль или традиции поэзии 18 века. И поэтому есть такое определение вот, стиль вашей поэзии. Это классицистский постмодернизм. Вы согласны с подобным
определение. 在文学评论界有这样一个论断，就是说您从一方面来说是一个创新者，甚至说您是一个后现代主义者，在这个我后现代和创新者之间呢，是体现出了一个非常现代性的一种感觉。那么还有另外一种声音认为您是一个古典主义者，您体现的是18世纪古典主义者的这种创作风格，您同意这种说法吗？Да, Каистом новатором, назвала когда-то меня Татьяна Бек, поэт замечательный. Вообще... И, само это, понимаете, когда-то наш литературовед, теоретик литературы Юрий Тыня, его была книга «Архаисты и новаторы» 20世纪的一个文学评论家曾经说我是认为我是一个复古的创新者，他是这样对我进行一个评论的。Максим, вот у вас подобные стили, это ваш самостоятельный выбор, и не как нарочные, как сказать, цели вашего творчества. Откуда такой стиль? Максиму, 您的这种创作的风格特点是自己选择的，还是您的一个目标？我想知道您的这种创作风格呢，是从何而来？У всего есть несколько, обычно, как минимум две причины таких вот для выбора стиля, да, и первая такая. Сейчас расскажу, как. 一般来说呢，都会有两种选择在自己的创作风格上面，至少有两种供这个创作者来做出选择。现在我就说说第一种是什么样的。И первое, это бытовая, потому что когда я служил в армии еще в 80-е, советское время, то взял с собой единственную книжку. Маленький, такого малого формата, но мелким-мелким шрифтом было все набрано. Это том Державина. И, конечно, он прошел за 2 года. 首先第一个原因呢是我的个人经历的原因，在我在军队服役的时候呢，我只带了一本书在军队里，那就是吉尔查文的诗集，我只带了这一本书，但是这本书在我2年当中一直是我阅读的一本书。А первые полгода была только одна эта книга, больше никакой. В армии там хотя и была хорошая библиотека, но в общем не полагалось в начале вообще, чтобы это не было видеть. А эту книгу будет роман, и в общем в любой момент идти и читать. 这本书在我在军队服役的时候的第一个半年呢，是我每天都阅读的，因为在军队里的图书馆非常的糟糕，借不到非常好的书。但是这一本书呢，是我随时随地都可以打开阅读的一本书。Хорошо, спасибо. Но сейчас мы давайте послушаем еще раз стихотворение ваше и перевод профессора Мани, чтобы более конкретно почувствуем стили.
Вот. Или старый, или новый. Но в будущем мы еще придется подождать несколько месяцев или позже. Хорошо. Сейчас давайте послушаем. 那么现在我们来一起有请 Максим Амелин 再给我们读几首诗, 并且邀请徐曼玲教授再为我们朗诵他的译文。 Огнедышущий, с пышною гривой, серпокохтистый, твой ногривый, не понаслышке знаком. Всем, кто, вдыхая гниение, запах, некогда мызган в чешуйчатых лапах, лизан стальным языком, дважды раздвоенным. Всем, кто копытом бит по зубам и пером ядовитым колот и глажен не раз. Больно и нежно, кто чувствовал близко испепеляющего Василиска, взгляд не мигающих, взгляд на себе, никаких предисловий, лишь заохотец мяса и крови, зев отверзается твой, и наполняется плотью утроба, плотно с причмоком на выкате оба, только не сытый жратвой, бывает. Ни рылом, ни ухом не ведет, стелается пухом, кротко виляя хвостом. О, государство! Ты ли, повадки, взлет ли стремя, пребывая ль в упаже, что в изгороде том, разницы нет никакой, поневоле, тысячами слизью набит, доколе во всеуслышание ртов жертвы квачеве вдвоем провещали. Если тебе не хватает печали, я поделиться. Пенхо的野兽, 鬃毛竖立, 镰刀形的利爪, 玩乐的天性, 了解你的人并非道听途说, 他们都闻到了腐朽的气息, 曾被长满鳞片的爪子抓破, 你的舌头如钢一般坚硬，如蛇般裂为两半，舔舐着他们的背脊，牙齿被你的蹄重重一击，身体被有毒的羽毛刺中，伤口不止一次被抚平，疼痛却又温情，感觉你就在眼前，巴基里斯克的目光就停在自己身上。 那一张不炸的凶光，似乎要把人烧成灰烬，没有前奏，你只想猎捕血和肉，你张开贪婪的大嘴，大快朵颐，吞噬着他们的骨血，让肚子填满血腥的美食，两只眼球凶狠的凸起，因为还未享尽饕餮。 小小的羔羊傻傻的呆立，只有全身绒毛蓬起，温顺的摇摇尾巴。哦，我的国家，这就是你！这些鸡袭与那恶魔相差无几，无论急速腾飞，还是衰落凋敝，迫不得已，成千上万的人大喊：“还不够吗？” 他们的声音沉闷却清晰，这声音来自你腹中的牺牲品。如果你的悲伤还不够多，我准备随时与你共赴腥风血雨。 К следующему небольшой комментарий. В нем два философа называю, не названные, там присутствуют. Это русский философ-космист Николай Федоров, у которого помимо идей освоения космоса была идея, очень такая русская
воскрешение предков, то есть в реальности. И он считал, что чем больше мы о них знаем, тем больше вероятность этого человека рано или поздно можно будет воскресить. И Теодор Адорно, который сказал, что поэзия и вообще искусство после Аушвица или какие-то Освенцим, после Освенцима невозможно. 这首诗歌呢是献给尼古拉奥菲奥多夫的诗，他是俄罗斯的一位哲学家和航天学家，然后他的一个主要的哲学思想呢就是说要为了先辈复活而去更多的了解他们，获得更加精准的数据，数据越精准，对他们了解越多，那么就能更好的将他们复活。Каждый Божий день, кроме выходных и праздников, когда без надобности особой смысла нет, из дому выдвигаться в сторону с невыносимым скрежетом, скрипом, сипом, визгом и лязгом, царапающим и дерущим нас барабанные перепонки на сумасшедшей скорости. Поезд подземный привычно меня мимо того самого места, между автобой и Павелецкой, где моего приятеля, не из близких, тихого человека и семьи, каких еще поискать, собутыльника мирового и страстного, ни гроша не стяжавшего честным себе трудом. Борю или по митвах имя его живущий разорвало в куски во время взрыва февраля 2004 года два Христова, пятница, 32 минуты 9-го, едущего на работу, в утренний час, намеревая, что ему бедолаге за 54 дня до 43 лет самое средоточие угодить по случайности кино. И приходит мне в голову то проклятие гневное тем, кто дал недружный приказ, и тем, кто, сознавая и ведая, что творит, исполнил. Пусть ни покоя, ни на том, ни на этом свете, ни в холодных могилах, в жарких постелях телам не спится, а душам готовится кара сугубая. То сми мысли о том, что непостижим человеку мнению небесный промысел тайный, и к нему подступаться смерти земной бесполезно, что рождение смертных и кончина в руках у Творца вселенных своих обратно назовущего, да пребудет благословен возможный. То предчувствие смутное, мол, еле общего дела философ окажет точнейших данных для грядущего воскрешения понадобится цифире, можно ее почерпнуть отсюда, и в опровержение горьких слов иного для доказать, что поэзия после Освенцима и ГУЛАГа, кровавых революций и войн, Хиросимы, Багдада, Нью-Йорка, может быть, но какой, кто знает, возможно такой. Мы как сенцы до жизни, чуть-чуть силки же. 和节假日，走出家门去往城市的中心，实在没有必要，也没有意义。那里尽是难以忍受的嘎嘎声、吱吱声、嘶哑声、尖叫声和哗啦声，他们不停地抓挠和撕碎耳膜。地铁车厢以疯狂的速度，习惯性地载着我经过那个地方。在汽车制造厂站和巴维列次展之间，我的好友被炸成了碎片。他不是我最亲近的人，却是难迷的好人。他安静顾家，酷爱世界各地的美酒。他是狂热的藏书家，每个戈壁
都是诚实的劳动所得。波利亚，格里伯吉尔，活着的人们，祈祷时请提及他的名字。公元2004年2月6日，周五，8:32，早高峰时，他在赶着上班的路上。这可怜的家伙，还差54天就满43岁，却在生命的如日中天，哦，因荒谬的偶然，注定死于非命。我的脑子里时而出现愤怒的诅咒，那些不眨眼就发布可怕命令的人，和那些知道自己在做什么，却依然去执行的人，你们将不得安宁。无论在这个世界还是那个世界，无论在炙热的床头还是冰冷的墓地，你们的身体将无法安睡，内心将接受加倍的惩罚。时而是谦恭的思想，人类的智力无法领会上天神秘的意志，以尘世的标准接近它毫无意义。凡人的诞生，生命的终结，都在创世主的掌控中。他们召回所有谋福之人，我爱的人，祝福你们永远幸福。时而又是不安的预感，如果共同事业的责任是正确的，那么未来的复活将需要准确的数字。可以用这数字来反驳别的思想家，痛苦的词语，奥斯维辛和古拉格之后，血腥的革命和战争之后，广岛、巴格达和纽约之后，诗歌可能还会有，但它会是什么样，谁知道？也许就是这样。Браво, браво. 太棒了，太棒了。Максим, это в описании. Вот это стихотворение после катастрофы в московском метро, да? 这首诗是您在莫斯科地铁灾难之后写的诗吗？Да, реальная история. У меня вот приятель при взрыве. 是的，这首诗是我亲历这个俄罗斯地铁爆炸事件以后写的。Очень хороший человек, любитель книг и я не знал, где найти слова, потому что для этого как бы факта, с которым трудно примириться. 我很难找到合适的语言来面对这样的一个事实，因为这是一个非常好的人，也是一个爱书之人，所以我很难找到语言来表达这种感受。Потому что мы знаем, что есть, так сказать, вот военная лирика, да, военная, так сказать, у нас был поэт Семен Гудзенко, например, такой, который написал после атаки у него такое стихотворение друга и на войне. Да, но какими словами можно написать о том, как в мирное время вот такие страшные события? 你们知道有战争抒情诗，这种诗歌通常是写的是战争的情形，或者是在战争之后的死亡，为了这样的一个主题而书写的这样一些诗。那么在这首诗呢，我们写的就是这种悲惨的事情，悲惨的事件。Спасибо. То есть это такая эпитафия, которая разрослась вот в такой большой попытке вот этого осознания такой потери.
这首诗呢，就是我们描写非常重大的一种损失，我们失去的非常之多。Спасибо, Максим. Спасибо за вот эту оду о вашем друге. 非常感谢，非常感谢您为朋友写下的这样一首颂诗。Энергия, я, да. Но сейчас читайте нам последнее ваше стихотворение, хорошо? 那我们有请您再为我们朗诵最后一首您的诗作。Называется «На Бадалинском участке Великой Китайской стены». Кто на Великой не был стене, тот нехороший ханец. Я и теперь вполне можно хорошим считаться мне, даром, что иностранец. Змееподобная проходных цепь со звеньями башен, чей плен для одних образ, но словно удар под дых грозь другим и страшен. Нашей засечной сестра черты, старше длинней корней, переползающая хребты, где лишь из мира низы дольнего щели в корней тянется многие тысячи вдоль по всей Поднебесной, чтоб нечестивы не прошли, землю отторгнув от неземли дикой, чужой и тесной. Вон где-то там я на ней стою, точки небы, осознавая немощь свою, трогаю каменную змею и не боюсь, пожалуй. Дэн Ба Да Линь Чанг Чэнг. Сэй мэй дэн гуо Чанг Чэнг, сэй чу бу си хао хан. Во дэн гуо Чанг Чэнг, эр джин ван чуэн кэ и чэн зи джи вэй хао хан. Джин гуан, во чи си гэ вай гуо рэн. 这蛇形的链条和那可以穿过的烽火塔，它的形状让一些人得到安宁，但对另一些人却是威慑和恐惧，就像朝风口猛地一击。我们有福坎木桩铸就的工事，可它的姊妹更老、更长、更坚固。它越过群山的山脊，那里并未封锁。从山谷到山顶的路径绵延数千公里，沿着整个中华的大地，让亵渎神灵的人无法通行，让土地脱离野蛮、异族和拥挤。我站在长城上，意识到自己的微弱，我不过是天地间一个小点。我触摸着长长的蛇形石墙，可我并不害怕，也许。Максим, у меня два вопроса. Да. Первый, когда я перевожу ваше стихотворение, я заметила, ну, вы много сделали в области поэтического новаторства, сделали языковые эксперименты, можно так сказать. 阿梅林，我翻译了您的诗歌，我注意到您在诗歌当中进行了很多诗歌方面的一些实验和突破性的创作。Например, второе стихотворение, которое вы читали сегодня вечером, ну, «Поспешим», помните? Так, да. Там, вы знаете, много, много читателей, китайских, я имею в виду, очень любят это стихотворение, потому что оно дает им новое впечатление, знаете. И оно показалось мне, как, ну, как сказать, оно носит какой-то характер визуальной поэзии. Но оно показалось мне, как
тарелки с фруктами, с овощами. Я не знаю, точно я поняла или нет. 很多在翻译了您的诗歌以后，很多读者告诉我，他们非常喜欢您刚才读的第二首诗，也就是《快来装点这朴素的桌子》这首诗。这首诗呢，给读者们有了一个非常全新的印象。我注意到这首诗有视觉诗歌的一些特点。在我看来，这些诗就像一盘盘的水果和蔬菜。我不知道我的理解是否正确。Визуальность и хотя оно, конечно, восходит к античной поэзии и прежде всего к Горацию, описание стола у Горация, потом у Державина есть такие стихи, приглашение к обеду и еще куски его от, где описывается стол. И он же является, да. 的确是这样的，这首诗是具有一些视觉诗歌的一些特点，但是就体裁而言呢，它还是更接近于古体诗。其中呢有一些吉尔察文他的创作的一些特点，它具有他的这个宋诗当中具有这样一些特点，我也采用到我的诗歌创作当中来了。Ну, хорошо, вы как раз упомянули Державина. Значит, насколько я понимаю, вы не только, значит, не только Державин сильно повлиял на вас. И поэты греческого времени, древнегреческого времени, например, Пиндар, Кату и так далее. Вы даже переводили их стихотворения, да? У вас в стихотворениях много, ну, много и мотивов, и образов из древнегреческого, древнегреческой поэзии, не так ли? Ну, вопрос такой. Чего вы хотите добиться посредством этих мотивов и образов? 我注意到在您诗歌当中，您不仅受到吉尔察文的影响，您还受到古希腊、古罗马一些诗人的影响，比如说品达、卡图卢斯等等。您甚至翻译过他们的一些诗作。我发现，在您的诗歌当中，您会采用到很多古希腊神话当中的一些形象和母题。我想知道您想达到什么样的一个目的，通过这种方式。Посредством этих образов, ну, я старался добиться определенной глубины, как минимум второго плана. То есть в стихотворении должен быть, на мой взгляд, второй план. 我希望通过这样一些形象呢，让诗歌更具深度，更体现一些诗歌的一些深层次的一些含义。Спасибо. Спасибо. 非常感谢。Ну, теперь, Максим, давайте немножко о поэзии сегодня. Вот скажите нам несколько слов о поражении русской поэзии сегодня.Какое поражение, как живут современные русские поэты и так далее. 那我们现在来谈一谈如今的诗歌的状况，能不能请马克辛马梅林谈一谈现在俄罗斯诗人的一个生成的状况以及这相关的内容。Современные поэты живут очень по-разному.Есть много разных форматов для выражения, поэтического выражения. 现如今俄罗斯的诗人的生存状况是非常不同的，对于他们来说有不同的一些平台来表达自己的诗歌的观点和理念。
поэзия во многом разделилась, и одни поэты пошли на эстраду. 现如今呢，诗歌分为很多不同的分支，其中一部分呢，它是具有以下的这样一些特点。 Другие освоят, другие поэты осваивают новые форматы, например, видеопоэзии. Это такие видеоклипы с музыкой и с визуальным рядом. 有一部分诗人呢，他们是属于新式的诗人，他们现在采用的新式的一些诗歌的表达方法，比如说视频诗歌，或者是和音乐一起播放的诗歌，以及视觉诗歌等等。 А кто-то, например, ну, занимается такой своеобразной комбинаторикой, тоже визуального в какой-то мере и компьютерного, компьютерных техник. Вот у меня сын тоже поэт, и он написал поэтическую компьютерную игру. 这样一些诗歌呢，他们拥有一些非常新式的诗歌的表达方法，表现方法类似于视觉诗歌，或者是采用一些电脑科学技术来表达的诗歌。再比如说，我的儿子呢，他也是一位诗人，他就创作了一套诗歌的电脑的创作系统。 Единственный минус, что поэзия в России не настолько востребована, как это было еще 30 лет назад. 唯一的不好的一点呢，就是现在的诗歌并不像以前那样受大众的欢迎和喜爱，像30年以前那样，诗歌是非常受喜爱的，但现在跟以前是差距很大。 И потенциальные читатели вынуждены заработать деньги, заниматься какими-то делами, и во многом им, в общем, наверное, не до поэзии. 现在很多潜在的读者呢，他们都是为了生存、为了挣钱，因此他没有那么多时间来阅读诗歌。 И сейчас тоже как бы, в формате вот, онлайн тоже происходит огромное количество разных мероприятий. 现在在线上呢，我们也有很多很多不同的各种各样的诗歌活动方面的平台供大家来选择。 И если раньше вот Манлинь занимается Серебряным веком, и если раньше в Серебряном веке, нашем, в начале 20 века, было много разнообразных направлений, поэтических групп, направлений, каких-то объединений, организаций поэтических и так далее. 像以前的曼玲是研究白银时代的诗歌，那您知道这个时代的诗歌是分很多的流派，很多的诗歌团体，很多的各种诗歌方面的组织。 То сейчас это скорее все-таки индивидуальные опыты, индивидуальные какие-то индивидуальные видения поэзии. И, собственно, каждый фактически, наверное, представляет вот это свое видение, свой ракурс. И, в общем-то, вот этого не в группы сейчас не наблюдается.
那么相对于现在呢，我们更多的看到的是一些个人方面的诗歌的尝试。这些诗歌，这些诗人呢，更多的是进行自己的一种诗歌的创作，而不是说去参加某一种团体。那么大家对团体的这个关注也是越来越少了。Но это мешает каким-то дружеским, дружеским объединением, да? То есть объединение происходит не по литературному принципу, а по принципу дружеского круга. 那么这种趋势呢，也是我们更少的加入到这种友好的一些团体当中，并不是因为为了研究文学，而是为了有更多的友谊。Спасибо, Амини. Но, может быть, последний один или два вопроса. Вот вы были в Конкорке. Это Конкорский поэтический фестиваль. Вас пригласили. Помните, тогда ваша фотография опечатана на автобусе. И автобус едет по городу. И вы смотрите на город. А население города смотрит на вас, как какой-то замечательный вот, пейзаж. 您到过香港，而这次活动呢，正是香港诗歌基金会举办的。当您在香港的时候看到那些公交车上印有您的照片的时候，那么您在看着整个城市，那这个整个城市呢，也在看着您，这是一个非常奇妙的一个景象。Ну, хорошо. А теперь в конце, Максим, у вас будет несколько слов о Конкорском поэтическом фестивале и ваше мнение, и ваше как желание еще раз к нам приехать, участвовать в это поэтическое мероприятие. 最后您想对香港诗歌基金会还有一些想说的话吗？包括您是否还愿意来我们这边进行一些诗歌方面的活动等等。Гонконгский фестиваль просто один из фестивалей на свете. 香港国际诗歌节呢，在我看来是全球最好的国际诗歌节之一。Очень могу отметить, что очень высокая степень организации. Это и как вообще литературные встречи. С живыми людьми. То есть это как, когда поэты не только читают друг другу, но и читают перед публикой. 这次活动的组织者是具有非常高的水准。我们不仅是诗歌方面的一个面对面的活动，我们还对大众进行了诗歌的朗诵。Кроме того, очень серьезная часть теоретическая, да, эссеистическая. И были прочитаны очень интересные доклады, которые какие-то даже до сих пор помню. 这次的活动呢，我是一定会记忆非常深刻的，一直回味，一直对他有非常深刻的印象。И спасибо. Ну и сам Гонконг мне очень понравился, потому что это такая гиперцивилизация, небоскребы, а с другой стороны очень много зелени, каких-то таких участков дикой природы почти. Вот, и, в общем, небольшая история.
我个人本身也是非常喜欢香港这个地方。一方面呢，它是一个非常现代化的，有非常多的摩天大楼的一个城市。另外一方面呢，它的植被也非常的好，给我留下了极其好的印象。Спасибо, Максим. Кажется, наша беседа уже идет к концу. Но мне лично... 我们的这次谈话可能要接近尾声了。Мне лично кажется, что сегодняшний разговор интересный, содержательный. 我个人觉得今天我们的这次对谈呢是非常有意思，内容也非常丰富的。Спасибо известным русским поэту Максиму Аменину и его переводчику.非常感谢俄罗斯著名的诗人马克西姆·阿梅林以及他的诗歌译者。Спасибо, все слушатели нашего разговора. 非常感谢我们的听众。Спасибо Каспару Янджихан за перевод. 非常感谢杨志涵的翻译。И в конце еще раз поблагодарим.Наших всех организаторов этого замечательного мероприятия. 以及非常感谢我们这次非常优秀的活动的组织者，所有的工作人员。Спасибо всем и до свидания. 感谢大家，再见。
Thank you.